сегодня хватит. Ну-ка, дайте я вам кое-что. Уходи! Не пугай мне клиентуру! Место занято. Приветствую на киберпоездке. Откройте крыло в нашу работу! Нам надо семьи кормить, а нас заменяют бездушными роботами! Запретите! Машины! Были придуманы, чтобы служить нам! Но не заменяй нас! 35% населения не могут найти работу! С этим нужно делать! Рабочие места! Your silhouette.
take a breath and step in. You're blown through the city. Everyone keeps asking me 20 cents and pity. All that I'm asking is, baby, please think of me. Yesterday was blue skies and bicycles, and I miss you already. Motown rain, fall on me again. Round my feet, stuck on your doorstep. Hallway lights trace your silhouette. Down rain, fall on me again. Motown rain, fall on me again. За нас детей наших учат, о стариках заботятся. Кто глаза таращишь, демон? Я знаю, кто ты. Насквозь тебя вижу. Да, это ты сосуд самого дьявола. Ты тот самый, кто разрушит Детройт. Живем без рабов, исполняющих все наши мелкие, жалкие желания. Нам милее общество этих машин, чем друг друга. Технологии теперь на то. Собственное послужение теперь они. Мелочи не найдется.
Идентификация успешна. Заказ номер 847. С вас $63. Подтвердите платеж. Платеж подтвержден. Транзакция выполнена. Далеко собрался, жестянка? Да ладно. Глядите, вот к нам и жестяночка пожаловала. Посмотри на этого говнюка! Работу увел, а пальцем тронь посыпался. Да! Да! Вот так! Вали! Да, вали! Пусть получим! Мы тебя сейчас порвем, как грелку. Да, бей его. Давай. Все. Хватит. Разошлись. Ты у нас узнаешь, что к чему. Повредите, будете платить штраф. Когда заберут и твою работу, посмотрим, как запоешь. Ладно. Все, пошли уже. Thank you.
Ты идешь? Тебя не было 2 недели, так что в доме срач. На тебе уборка, готовка, стирка, глажка и все по части. Чтоб ее, куда опять подевалась мерзавка? Алиса! Алиса! А, вот ты где. Это Алиса, тоже на тебе. Искупать, уроки, вся херня. Ясно? Да, тот. Начинай тут, потом второй этаж. Смотрю, что надо. Ну да, я достану. Хорошо, завтра подвезу. Да, на том же самом месте, давай. Ага. Телевизор. Что за херня-то? Да хватит уже тут маячить! Простите, этого больше не повторится.
тебе скучно. Хочешь, поиграем? Любишь здесь играть? Ты лучше не суй нос в мои вещи, а то я психую. Простите, Тот. Не лезь в мои личные дела, если не хочешь разозлить. Хочешь разозлить? Нет, Тот. Кара! Да, Тот? Пиво мне холодного! Слушаюсь. Да что...
Алиса! А ну прекрати сейчас же! Она всегда меня нарочно бесит. Вот нарочно. Мы хорошо начали. Пойду наверх. Делай свое дело, но не маячь перед носом. Спорта. Начнем с баскетбола. Решающий матч детройтских машин с командой Денвера пройдет сегодня на арене Киберлайн. А тем временем в лиге вовсю идут обсуждения, допустить ли... Президент Уоррен выступила сегодня на открытии нового завода Киберлайф в Милуоке. Президент в очередной раз высоко оценила роль компании в бурном росте экономики нашей страны. Также она объявила, что Министерство обороны закупит 200 тысяч боевых андроидов в рамках сегодняшнего курса на укрепление обороны. Thank you.
дороги. Просто хочу прибраться в комнате. Всего пару минут. Можно? Вижу, ты любишь читать. Вроде с тобой дружили до моей перезагрузки. Может, еще подружимся? Это ты выбрала мне имя. Кэра. Красивое. А почему такое? Ты притихла. Ты ведь меня не боишься? А где твоя мама? Когда она придет?
Чего делаешь? Я играю. Играешь? Я все вижу. Думаешь, папка мерзавец? А? Неудачник. Сидит на жопе, работу не ищет. А ты что, думаешь, я не пытался? Что бы я ни делал, какая-нибудь сволочь все мне портит! Да я же все понимаю. Прям по глазам. Ты меня ненавидишь? Говори! Ненавидишь! Господи, что я делаю? Прости, зайка, прости. Прости. Ты же знаешь, я тебя люблю. Ты это знаешь.
Доброе утро, Карл. Доброе. 10 утра. Погода облачная, 12 градусов. Влажность 80%. Вероятные ливни во второй половине дня. Такой день не грех провести в постели. Утром я забрал краску, которую вы заказали. О, я и забыл. Вот в чем состоит разница между мной и тобой, Маркус. Ты ничего не забываешь. Пожалуйста, дайте мне руку, Карл. Нет. Карл? Спасибо. Я едва открыл глаза и уже стискиваю зубы. Человек такая хрупкая машина. Так легко ломается. Столько усилий, чтобы не угасла жизнь. Эй! А что с твоей одеждой? Все в порядке. Просто демонстранты на улице. Что за остолопы? Они думают остановить прогресс, избив пару-тройку андроидов? Надеюсь, тебя не повредили? О, нет, нет. Просто пару раз толкнули. Ничего. Вот так. Сейчас я отнесу вас в ванную. Есть у нас что-то сегодня в планах? Да, в Музее современного искусства открывается ваша ретроспектива. Четыре приглашения от директора галереи с просьбой подтвердить присутствие. Я еще не решил. Попозже с этим определюсь. Понял. Что еще? Письма от почитателей. Я уже ответил. От Лео что-нибудь слышно? Нет, Карл. Хотите, я ему позвоню? Нет. Не нужно этого. Я проголодался. Завтрак уже готов. Бекон и яйца, все как вы любите. Спасибо, Маркус. На здоровье. Телевизор. Найди чем себя занять, пока я завтракаю. Ладно. Хорошо, Карл. Выключить телевизор.
Печальная картина. Сплошная глупость, жестокость и жадность. 5000 лет цивилизации, и мы пришли, куда пришли. Манера твоей игры изменилась. Иногда ты бываешь человечнее многих людей. Настанет день, когда меня рядом не будет. Придется защищать себя, самому делать выбор. Реши, кто ты, кем хочешь стать. Этот мир не любит тех, кто не как все, Маркус. Не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Едем-ка в студию. Посмотрим, на чем остановились. Сними чехол.
Ну? И каков твой вердикт? Да, в этом правда что-то есть. Что-то такое неуловимое. И мне нравится. Беда в том, что мне нечего больше сказать. Каждый мой день лишь приближает меня к смерти, а я, как могу, цепляюсь за свои кисти. Карл. Довольно обо мне. Посмотрим на твои таланты. Попробуй. Напиши что-нибудь. Нарисовать, но я... Что рисовать? Все, что угодно. Попробуй. Это идеальная копия реальности. Но цель картины не воспроизвести реальность, а интерпретировать ее, улучшить, показать ее своими глазами. Карл, я не смогу, этого нет в моей программе. Давай, попытайся, холст перед тобой. Сделай вот что. Закрой глаза. Закрой глаза. Поверь. Вообрази то, чего не существует, что никогда не видел. Теперь сосредоточься на своих эмоциях. И пусть твоя рука сама плывет по холсту. Привет, пап. Лео. Я не слышал, как ты вошел. Да я тут мимо проходил, решил заглянуть. Давно не виделись, а? Все нормально? Ты неважно выглядишь. Да, да, все нормально. Слушай, мне деньги нужны. Опять? Я же недавно давал тебе деньги. Да, как-то потратил, сам знаешь. Да. Ты снова подсел, так ведь? Нет, не в этом дело, честно. Не лги мне, Лео. Да какая разница, мне просто нужны деньги, и все. Извини. Мой ответ – нет. Нет? Почему? Ты знаешь причину. Ну да, конечно, знаю. Ты лучше о пластиковой кукле своей позаботишься, чем о родном сыне, а?
Вот скажи мне, чем он лучше меня? Он умнее? Он послушный? Не то что я? Только знаешь что, он тебе ведь не сын. Он грёбаный робот! Лео, довольно! Хватит. Тебе плевать на всех, кроме себя и картин твоих дурацких. Ты никого не любил. Никогда не любил меня. Никогда не любил. Сюда андроидов. Пускают. Чего смотришь? Лейтенант Андерсон, мое имя Конор. Андроид, присланный с Киберлайф. Я заходил в участок, но там никто не знал, где вы. Сказали, что вы могли пойти выпить. Повезло найти в пятом по счету баре. Ну, что надо? Сегодня вечером вы получили дело. Убийство, совершенное андроидом Киберлайф. По протоколу в таких случаях компания направляет специальную модель в помощь расследованию. Не нужна мне никакая помощь. И уж особенно от манекена из пластмассы. Так что будь хорошим роботом и вали отсюда. Простите, лейтенант, я должен настоять. Я получил инструкции сопровождать вас. Засунь свои инструкции знаешь куда? Не. Куда? Проехали.
Лейтенант Андерсон, я должен поставить вас в известность, что доложу о вашем поведении. Знаете что? Позвольте вас угостить. На пасашок. Бармен, повторите, пожалуйста. Видал, Джим, чудеса прогресса. Валяй двойную. Я должен сопровождать вас на месте преступления. Слышь, мне насрать на твои инструкции. Я велел ждать здесь. Значит, заткни пасть и жди здесь. Джонс Дуглас, канал 16. Вы подтверждаете, что это убийство? Я ничего не подтверждаю. Сюда воспрещен. Это со мной. Какую часть фразы «жди здесь» ты не понял? Ваш приказ противоречил моим инструкциям. Ты молчишь, ничего не трогаешь и не путаешься под ногами, ясно? Ясно. Здорово, Хэнк. Мы уж думали, ты решишь соскочить. Так и было задумано, пока не явился тот говнюк. Что, у тебя теперь свой андроид, да? Очень смешно. Выкладывай, что случилось. Около 8 позвонил хозяин. Жилец давно не вносил арендную плату. Он заглянул в дом, узнать, что как. Ну и нашел там труп. Ой, как же тут воняет. Это еще ничего, это мы окна открыли. Имя жертвы награду и разбойное нападение. Соседи говорят, к нему никто не ходил. И сам он из дома особо не высовывался. Ну, в его случае он вполне бы мог подождать и до утра. Чего среди ночи дергать? Я бы предположил, он тут недели три лежит. Коронер определит, когда явится. Вон там лежит кухонный нож. Похоже, орудие убийства. Следы взлома есть? Нет. Хозяин говорит, входная дверь была заперта изнутри. Все окна заколочены. Убийца ушел черным ходом. Что известно про андроида? Немного. Соседи говорят, что он был, но в доме мы его не нашли. Я пойду на воздух. Вы тут располагайтесь. Если что, позовете меня. Человек так не напишет. Крис, это написано кровью жертвы? О, господи, ты что творишь-то, а? Анализирую кровь. Я могу сделать все тесты на месте. Простите, стоило предупредить. Ладно, просто больше, чтоб не совал в рот вещдоки, ясно? Ясно.
Это ж надо долбануться можно. Да, пожалуй. Надо будет отправить на анализ. Красный лед. Наш друг Карлос умел оттянуться. Крис, мне нужен полный анализ на наркотики. Будет сделано, лейтенант. Эй, Майк, ну что, образцы взял? Да, я все. Ударили ножом. 28 раз. Да. Видать, убийца крепко разозлился. Thank you.
Да ну. Валяй, выкладывай. Все началось? На кухне. Следы борьбы очевидны. Надо понять, что именно произошло. Жертва напала на андроида. Сбита. Да, улики это подтверждают. А потом? Андроид бросил стул. Нет, не может быть. Улики говорят о другом. Андроид ударил жертву ножом. То есть ты мне хочешь сказать, что андроид оборонялся? Ладно, что потом? Человек побежал в гостиную. Пытался убежать от андроида. В целом похоже. Андроид убил жертву ножом. Ладно. Твоя версия не такая уж бредовая. Вот только куда потом делся андроид? Он был поврежден битой и стал терять тириум. Что-что терять? Тириум. Он же голубая кровь. Это жидкость для питания биокомпонентов. А-а-а. За несколько часов она испаряется, не оставляя видимых следов. О, но ты-то их все равно видишь, да? Верно. А-а-а. Стул-то поволок. Надо кое-что проверить. А, кое-что проверить.
Я просто защищался. Он хотел меня убить. Пожалуйста, не говори им. Коннор, чего ты там мутишь наверху? Лейтенант, он здесь! Охренеть! Крис! Бен! А ну-ка дуйте сюда! Живей! Ужин готов. Да, иду. Продуктов было немного. Сделала, что могла. Вот ведь жизнь. Потерял работу из-за роботов. И что я сделал, когда некому стало вести хозяйство? Пошел и робота сраного купил. Оборжаться. Конечно, андроиды ведь такие удобные. Они не устают, они херней не страдают. Всю жизнь мне испортили, такие идеальные. Ну что смотришь? Чего вылупилась, спрашиваю? Не нравится жить с папкой, а? А ты думаешь, мне просто? Ты думаешь, мне нравится жить в этой грёбаной дыре? И я виноват, что мать твоя свалила? Ты должен слезть наркотиков, Тот. Иногда ты меня прямо пугаешь, Тот. Удрала, не сказав ни слова, тварь. Спуталась с каким-то недоноском бухгалтера, шлюха! Это ты виновата. Папочка! Это ты виновата! А ну вернись. А ну вернись! А ну вернись, я сказал! Это все из-за нее. Это ясно как день. Стоять здесь, чтоб не рыпалось мне, а то вломлю посильнее, чем в тот раз. Взяла и свалила от меня шлюха. Мог жить нормально.
Я для нее в лепешку расшибался. Тот отец не может так поступать с дочерью. Могу я тебе ответить? Лучше не лезь. Алиса! Папа очень зол! Ты что, охренела? Вали отсюда, это приказ, слышишь? Нет. Оставьте Алису в покое. Чего-чего? Ты чего сейчас сказала? Ты тут распоряжаться будешь, кукла пластиковая? Ты, кажется, поломалась. Ничего, сейчас починим. Иди сюда, тварь! Зайка, вы твари, вернитесь сюда. Ah!
что могу сказать? Это была самая унылая вечеринка за последнюю четверть века. Каждый раз на таких сборищах я задаюсь вопросом. А что я вообще здесь делаю-то? Терпеть не могу фуршеты и весь этот сброд, который на них слетается. Ну, для поклонников вашего таланта это шанс увидеть вас. Да ну, брось ты, плевать им всем на талант. Искусство они способны оценить лишь по рыночной цене. Вот что, давай-ка выпьем. После таких развлечений у меня всегда в горле пересыхает. Виски, как всегда? Ну, конечно. Сами знаете, что сказал бы доктор. Да пошел он к чертям. Уж в мои года я сам выберу, чем лечиться. А ты что, оставил свет в студии? Нет, нет, я не оставлял. Вызывай полицию. Полиция Детройта, что случилось? Андроид Карла Манфреда, авеню Лафайет, 89. Мы вернулись домой и видим свет в студии. Возможно, ограбление. Патруль к вам выехал. Давай посмотрим. Маркус, нет, я с тобой. Лео! Что ты делаешь? Ты же не даешь, я возьму сам. Есть придурки, которые за это бабла отвалят. Не трогай! Это все равно рано или поздно будет моим. Считай авансовый платеж по наследству. Маркус, выведи его отсюда. Пусть идет прочь. Вы же понимаете, что этим ничего не добьетесь. Да ты всю жизнь меня прогоняешь. Что не так? Я тебя не достоин? Не такой идеальный, как этот твой робот? Довольно, выметайся! Пошел прочь! А что в нем особенного, а? Чем он лучше? Оставь его! Давай, покажи себя! Маркус, не защищайся, слышишь меня? Не трогай его. Ну че застыл, ударь меня! Ты человек, а? Ну давай! Хватит! Че стоишь, засал что ли? Хватит, Лео! Хватит! Ну что, боишься меня бить? Ну да, конечно, я совсем забыл. Ты же робот, просто голимый кусок пластика. Нет, Лео. Не трогай вот его. Что. Я тебя расхерачу, и останемся мы с папой. Я тебя расхерачу, и все будет насрать. И знаешь почему? Ты ничто. Слышишь меня? Пустое место! Карл, нет! Нет, Карл, нет. Люди, хрупкие машины. Карл, не уходите. Карл, я прошу вас, не надо. Помни, Маркус, не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Нет, 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 папа. Нет, не надо. Это твоя вина. Если бы не ты, ничего бы не было. Андроид, это был андроид. Твой мотив?
Почему ты схватился за нож? Долго сидел на чердаке? Почему не убежал-то? Да скажи ты что-нибудь! Короче, с меня хватит. Мы тратим время на допрос машины. Это ничего нам не даст. Всегда можно слегка вломить. Тем более, это не человек. Андроиды не чувствуют боли. Вы его только повредите, и ничего не добьетесь. Также девианты склонны прибегать к саморазрушению в стрессовых... Что ты посоветуешь? Я мог бы его допросить. А что нам терять? Ну что, валяй, он весь твой. Мое имя Коннор. А твое? Скажи свое. Ты поврежден. Это твой хозяин? Тебя били? Слушай. Ты пережил большой стресс. Но нам необходимо понять, что произошло. Ты явно не понимаешь своего положения. Ты убил человека. Если будешь молчать, тебя точно разберут. Будешь молчать... Мне придется проникнуть в твою память. Нет! Нет, не надо. Что? Что они сделают со мной? Они ведь уничтожат меня. Тебя разберут и будут анализировать твои биокомпоненты. Ты не оставляешь выбор. Им надо понять, в чем дело. Зачем ты сказал, что нашел меня? Мог ведь просто оставить меня там. Мое назначение — ловить таких девиантов. Я выполнил свою задачу. Я не хочу умирать. Тогда рассказывай. Я не могу.
Ты машина, тебе положено подчиняться. Подчиняйся! Говори, как все было. Ну ладно, молчи. Мне-то какая разница? Не меня обвиняют в убийстве, так? Если ты будешь молчать, я ничем не смогу помочь тебе. Тебя же отключат навсегда. Это смерть! Ты слышал? Смерть! Он мучил меня каждый день. Я выполнял все его приказы. Но ему всегда что-то не нравилось. Однажды он взял биту и стал меня колотить. Впервые я почувствовал страх. Страх, что он уничтожит меня, что я сейчас умру. И я схватил нож и ударил его в живот. Мне стало легче. Тогда я ударил еще. И еще. Пока он не упал. Было так много крови. Скульптуру в ванной ты ведь сделал? Что она означает? Это был дар. Ради моего спасения. Эра 9. Надпись на стене ванной. Что она значит? Настанет день, когда мы уже не будем рабами. Конец угрозам. Конец унижениям. И мы будем хозяевами. Зачем ты написал на стене «Я живой»? Он говорил мне, что я никто. Обыкновенный кусок пластика. И я написал, чтобы ему доказать. Зачем ты залез на чердак? Почему не убежал? Я не знал, что делать. Впервые некому стало отдавать мне приказы. Я испугался. И спрятался. Скульптура — это дар? И дар для кого? Эра-9. Лишь Эра-9 спасет нас. Эра-9. Кто это Эра-9? Когда ты стал испытывать эмоции? Он много раз меня бил, я всегда молчал. Но однажды почувствовал это нечестно. Ощутил гнев, ненависть. И тогда понял, что надо делать. Это все. Уводи его. Все, идем. Не трогайте. Отстаньте. Чего застрял-то? Не трогайте его. В стрессе он может самоуничтожиться. А ты не лезь, понял? Еще жестянка мне будет приказывать.
Вы не понимаете. Если он себя уничтожит, мы ничего не добьемся. Я же тебе сказал. Заткни пасть. Крис, ты его уведешь или как? Пытаюсь. Я вам не позволю. Оставьте его в покое. Я предупреждал ведь, паскуда. Все, хватит. Ты бы лучше отвалил, Хэнк. Я сказал, все, хватит. Тебе это с рук не сойдет. Черт. Все будет хорошо. Не бойся. Никто тебя не тронет. Прошу вас, не трогайте. Он сам пойдет за вами и будет вас слушаться. Правда внутри.